У регионе стартовала республиканская акция «Тыдень лесу». Уже у 13-й раз доброохотники собираются на массовую посадку молодых древ и наведение парадку у лясгасах и зонах отпочинку. Так, керавництво в области сёлета отправилось у лясный массив побач с вёской Стюдённая Гута Гомельского района. До их долучилася Ганна Каральчук. За теплого надворья тыдень лесу сёлета проходить ранее звычайного. У Тярухским лясництве представники улады и працовных коллективов садят древы на территорию у 1,3 гектара. Усяго больше за 8 тысяч новых саджанцев. У якости посадочного материала выкористовывают березы и хвои. Вот этому маленькому саджанцу амаль год, а про 7 годов он вырасти вышиней больше за метр. Саджанцы привезли с годовальника Гомельского доследного лясгаса. Специалисты говорят, что схема смешанного лесу 7 родов хвои, 3 березы, зробит посадки больше устойливыми до хвороб и шкодников. До речи, за минулые 2 года у нашем регионе краед знищил свыше 10 тысяч гектаров леса. А кроме того, каля 1000 гектаров летость пошкодили ураганы. Сёлета вся территория будет обновлена. На Гомельщине з'явится не меньше за 12,5 тысяч гектаров нового лесу. Больше за 9 тысяч уже закладено. Остатние 3,5 тысячи планируют створить подчас акции «Тыдень лесу». Нас критикуют то, что мы старые деревья срезаем. Да, их нужно срезать. На их место должны посадить вместо одного больше деревьев. И когда ко мне люди обращаются, часто вот на прямую линию обращались по парку, мы однозначно сегодня их поддержим для того, чтобы эти парковые зоны расширялись. Вы видите, что даже взять по городу Гомелю, мы сегодня садим деревья уже. Погода нам позволяет, и эта работа ведется. И мы призываем всех наших граждан участвовать в этом проекте, потому что каждый должен посадить свое дерево. Сёлета «Тыдень лесу» присвятили 75-летию Великой Перемоги и году Малой Радимы. Унести свой уклад у Зеленый фонд нашей краины может любой жадаючи. Для этого достаточно звернуться у лясгаса або лясництва, которые обеспечат волонтеров посадочным материалом и инвентарем, и позначат место, где необходимо посадить древы. До проведения акции лясные господарки Гомельщины подрихтовали свыше 15 миллионов штук сеянцев и саджанцев. Половина наших лесов создается селекционным посадочным материалом. Что это значит? Это семена, собраны из плантаций лесосеменных, которые выращены из лучших и элитных деревьев. Для того, чтобы у нас, ну, как и люди, так и деревья есть маленькие, есть большие, есть крупные, есть хорошие. Поэтому вот из тех самых лучших деревьев собрали генофонд. Завершится акция «Тыдень лесу» 4 красавика. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».